Узаконить ответственность и устранить дискреционные полномочия частных судебных исполнителей на законодательном уровне. С таким предложением выступили специалисты Агентства Казахстана по делам госслужбы и противодействию коррупции. На совещании в Астане подвели итоги реализации дорожной карты по устранению причин и условий, которые способствуют взяточничеству. Как выяснилось, каждое второе обращение в Министерство юстиции связано с исполнением судебных актов. Анализ показал, что на частников не распространяется ответственность, которую несут должностные лица. Например, за совершение коррупционных правонарушений, халатность, бездействие, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, превышение власти и другие. Нередко по этим причинам затягиваются сроки исполнения некоторых производств или размер арестованного имущества может в разы превысить сумму самого взыскания. Также в качестве предложения вынесен вопрос о создании единого центра по оказанию энергетических услуг, который будет работать по принципу одного окна. По словам специалистов, комплекс мер, направленных на решение этих проблем, в будущем поможет свести к минимуму коррупционную составляющую в этих сферах. Возникают большие проблемы при оказании субъектами от естественных монополий услуг нашим гражданам, бизнес-структурам. Особенно в этой части коррупционные риски мы наблюдаем в рамках процедур получения технических условий для подключения к услугам энергоснабжающих организаций. Мы установили, что в правилах по сути отсутствует перечень документов, которые он должен предоставлять, отсутствуют ясные сроки и ряд других факторов, которые позволяют субъектам монополии эти вещи решать по своим правилам, и поэтому здесь большие коррупционные возникают риски.